Малые и средние предприниматели собрались на открытие филиала Центра «Мой бизнес» в городском округе Семеновском. Центр, открытый в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», предоставляет комплексные услуги по принципу единого окна. То есть обратившийся получает всю необходимую информацию о существующей господдержке. Мы открывали окна Центра «Мой бизнес». Это дополнительные места, где будут принимать наших предпринимателей. В этих окнах планируется прием также надзорных органов по расписанию. То есть предприниматели могут получить не только наши услуги, а и задать вопрос надзорным органам в части решения своей проблемы. Работа новых окон в филиале «Мой бизнес» в Семенове лично проверили министр промышленности, торговли и предпринимательства региона Максим Черкасов и глава городского округа Семеновский Николай Носков. Хотел бы отметить, что городской округ Семеновский является тоже одним из лидеров рейтинга по развитию предпринимательства в Нижегородской области, стабильно входящий в десятку лучших районов в области по развитию предпринимательства. Центр и так был успешным. Я бы хотел отметить, что в период ковида здесь на меры государственной поддержки было привлечено около 30 миллионов рублей. Основа благополучия любого района, в том числе и нашего округа, это его экономика. И как раз вот мероприятие, которое мы видели сегодня, это как раз вот очередная поддержка бизнеса. Потому что бизнес малый, средний, как раз и формирует экономику нашего округа. Наша отрасль была отнесена как наиболее пострадавшая в период распространения коронавируса. Здесь мы получили социальные выплаты. Предприниматели уже оценили услуги филиала, возможность получить помощь, консультации, необходимые бумаги и всю необходимую информацию в одном месте. Сильно экономит время. А время – один из важнейших ресурсов для предпринимателей. Я думаю, что нашим предпринимателям, для них это большие возможности. И это новая история, новая развитие для нашего предпринимательства, что можно будет консультации получить в одном месте и найти на все свои вопросы ответы. Хотелось бы отметить работу Центра поддержки предпринимателей и поблагодарить администрацию городского округа Семеновский за то, что в такое непростое время для всех предпринимателей нашего города нам очень оперативно и качественно были даны ответы на все наши интересующие вопросы. Филиалы по поддержке малого и среднего бизнеса планируют открыть еще в 9 муниципальных образованиях и 2 районах Нижнего Новгорода. Предприниматели региона также могут обратиться в колл-центр «Мой бизнес», где можно получить подробные консультации по всем мерам поддержки. Михаил Никитин, Юлия Гусенкова. Время новостей.